конечно, мы услышим, как СК Арена поддерживает своих любимых игроков, возможно, уже сейчас. Винс Хантер. РТЛ лидер этого сезона по результативным передачам. И он, конечно, видит весь паркет, но вот сейчас решил взять. Баку можно дать передачу, и Грин оказаться под кольцом. Знаешь, не свойственной манере пока. О, какая передача Артеля на Хантера, она становится. Здесь Дмитриевич со своим флоутером, он его поставить может на поток. Забивать в каждой атаке, Артель с сопротивлением. Кажется, даже система подстраховки. И здесь Шпанов показывает, что защита превалирует над нападением на Мойрмана. Но это очень легко. Пор и атака Зенита. Еще 10 секунд будет на владение. Здорово смотрится на щитах. Артель обыгрывает. Я думаю, что и на родине, в странах бывшей Югославии, тоже за Дмитриевичем внимательно следят. Эртель! В первой половине. Да, сейчас болельщики из Каталонии следят за тем, что происходит. И у них Эртель снова с мячом. Сейчас Баку против него защищается. И пока что позицию не отдает. Эртель по высокой команде. Кремучая смесь. Вспоминают ли не те времена? Томас Эртель. Наверное, сам многие фанаты казанцев возвращения Рейнольдса, и он уже готов это сделать. Ждет первого удобного шанса Эртель, но мастер выйти на линию штрафных. Найти фол там, где его, казалось бы, не должно быть. Бросок через Баку и даже...